Всем привет-привет, с вами Лилия Донскова. Сегодня я вам покажу вариант одной очень хулиганской прически, которая идеально подходит для лета, для шортиков, для сарафанчиков, юбочек и для позитивного настроения. Нам нужно будет с вами две расчески. Одна массажка, одна расческа с тонким кончиком для разделения и четыре резиночки. Сейчас покажу. Четыре резиночки. Две побольше. Две малюсенькие и шпильки, и много-много-много шпилек, не знаю сколько, но много. Расчесываем волосы по всей длине, они должны быть хорошо-хорошо прочесаны. Далее берем расческу, которая делит, делаем максимально ровный рядок. Я особо не стараюсь, потому что в принципе сейчас модно прически, чтобы они были чуть-чуть, как бы, ну, может быть, неряшливые, что ли. Одну часть я фиксирую, чтобы она мне не мешала пока и не волосы не перегуливали в другую сторону. А вторую часть еще раз тщательно расчесываю. Очень длинные волосы, с ними трудно справиться. И делаю хвост. Как раз вот та резиночка, которая побольше, она нам нужна для того, чтобы собрать хвостик в кучку. Делаем хвостик на высоте примерно... Вот такой, можете пониже, как вам нравится. То есть смотрите по форме лица, потому что кому-то нужно прям очень высоко задрать, чтобы лицо визуально удлинить, кому-то немножечко надо пошире сделать. Делаем хвостик, хорошо его прям хорошо фиксируем у основания, чтобы он не свисал. Потому что когда хвостик свисает, то у нас как будто вот тут вот сбоку повисает такая сиська из волос, это некрасиво. Вот, зафиксировали. Теперь... Освобождаем вторую сторону, этот нам уже не мешается. Еще раз расчесали хорошо и начинаем волосы поднимать в высокий хвостик. Опять же, смотрите, как это по времени будет быстро делаться прическа. Покажу два варианта, один прям скоростной, очень быстрый, другой чуть-чуть более, ну, более эффектный, мне кажется, но чуть-чуть подольше делать. Зафиксировали хвостики. Готовы у вас хвостики? Надеюсь, вы делаете вместе со мной. И потом напишите в комментариях, как у вас получается. Сравниваем. Ну, а с хвостиками просто можно где-то подтянуть, где-то опустить. Первый вариант. Мы просто берем с вами, скручиваем. Можно, кстати, подначесать, чтобы он был более такой объемный. Но я не буду этого делать. То есть я хочу больше сделать второй вариант. И начинаем так накручивать кукульки. Кукульки, кукульки. Делаю разные, а вы скажете, какой вам больше нравится вариант. Накрутили. Берем шпильки. И как-то тут вот аккуратненько фиксируем. Обычно мне хватает 2-3 шпилечек. Все. Одна сторона готова. Вторую сторону я вам покажу другой вариант. То есть мы берем, делим на три части и плетем обычную косу туго. И сразу же делаем растяжку. То есть вот я плету косу, чуть-чуть проплела, и тут же начинаю вытаскивать вот так в стороны. Делаю растяжку, чтобы коса была плоская и огромная такая получилась. Ну, не слишком перебарщивать тоже не надо. Как я всегда говорю, без фанатизма, девочки, да, делайте все в меру, чтобы не пугать, не шокировать народ. Растяжечку делаем, плетем и делаем. Не останавливаясь. Я вот неправильно разделила косу. У меня получились некоторые стороны потолще, некоторые потоньше. И у меня, конечно, будет не очень красиво это все быть. Но для того, чтобы вам понять, как это работает, я думаю, этого достаточно будет. Сейчас. И проплетаем все, делаем эту растяжечку. Я смотрю в зеркало просто, чтобы это было симпатичненько. Так, проплели немножко, растянули, проплели, растянули, для того, чтобы волосы не рвать на части. Ну вот у меня так немножко неаккуратно получилось, ну ладно. Все, я остальной хвостик оставляю и просто вот так сцепляю резиночкой, чтобы оно не развалилось. То есть для этого нам нужна вот такая вот маленькая как раз резиночка. И вот тут начинаем мы вот так вот делать, укладывать. Раз, два, три. Вовнутрь прячем как раз этот хвост, который остался, ненужный хвостик.
мы его там запрятываем, подтягиваем. Чем хорошо, что мы можем покрутить, подвертеть, как нам надо. И получается вот такая уже штука. Более объемная, кудрявая получается кукулька. Такая она витиеватая, вся необычная. Ну, вот кому как больше нравится. То есть, если вам некогда, например, вы торопитесь, можно обычную кукульку накрутить. Если вы не торопитесь, можно повозиться, сделать такую вот кудрявую. Ну, у меня не очень прикольно получилось, но главное, что вы поняли идею. Получается такая вот веселая, дерзкая причесочка. Хулиганская немножко, да, тут все красиво у нас, вы все вот тут прячете. И можно еще взять какие-то красивые заколочки, крабики и наколоть везде. Можно какие-то ромашечки купить со стразиками, ну, под одежду что-то подобрать. На закалывать по кругу везде вот эти заколочки, и будет вообще фантастически классная прическа. Вот, на этом, в принципе, все. У нас ушло 6 минут всего на все про все. Я вам желаю красивых причесочек, отличного настроения и яркого сочного лета. Будьте выразительны! А вот с такой причесочкой я сегодня буду гулять по городу по своим делам.